Тимохово-Саласкино – редкий пример почти полностью сохранившейся усадьбы с главным домом, конюшнями, скотным двором и прочими хозяйственными постройками. Чтобы жители города больше знали об истории усадьбы, на территории начали проводить экскурсии, ведь не зря она считается самой настоящей жемчужиной. Экскурсия, она уникальна в том, что она в черте города. Это раз. Это купеческая усадьба 19 века. Хотя я бы назвала ее дворянско-купеческой, потому что изначально все-таки там постройки 1812 года. Именно в то время здесь была деревня Тимохова. Среди полей на возвышенности представители рода Рамадановских возвели господский дом. И впоследствии владельцы менялись несколько раз. В честь последнего купца Саласкина усадьба и получила название, сохранившееся по сей день. Очень хорошие впечатления, очень много нового, интересное. Вот именно, что мы живем в этом городе, и я очень многого не знала вообще. Расположение 8 зданий напоминает почетный двор. Главный дом усадьбы запоминается своей башней с ромбовидным окном. Сам особняк деревянный, но стоит на каменном цоколе. Помимо необычных архитектурных решений, интересна и судьба усадьбы до и после революции 1917 года. И, конечно, история сильной любви. Графиня отвечает очень просто. Ни богатства, ни почести ей не нужны, если нет рядом любимого мужа. Главное, что тут такие интересные происходили события, что я даже немножко записала, чтобы не забыть потом. Буду рассказывать своим знакомым. Сейчас в усадебном комплексе обустроен городской парк, есть кафе, библиотека и ресторан. А в бывших конюшнях разместились творческие мастерские. Настоящее место притяжения для жителей и гостей города. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.